В Сочи введен режим чрезвычайной ситуации. За последние сутки там выпала двухмесячная норма осадков. Из-за наводнения сегодня прекратил работу аэропорт. Закрыты железнодорожные вокзалы. Селевые потоки блокировали федеральные автотрассы, подтоплены сотни жилых домов. Уже началась эвакуация населения. Кроме того, отключена Адлерская ТЭЦ. Из-за этого в городе перебои с водоснабжением и электричеством. Работы по ликвидации последствий стихии ведутся безостановочно. Однако прогнозы синоптиков оптимизма не внушают. В ближайшее время есть вероятность формирования смерчей над Черным морем с возможным выходом на сушу в районе Сочи. А ливневые дожди, по данным метеорологов, продолжатся еще около суток.